Студия «Позитив» и компания «Браво» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Не продается вдохновение, но можно городок продать. Ас Пушкин. Продано. Городок. Все на продажу. Продаются очки для тех, кто любит строить глазки. Спокойно, спокойно. Так, свидетели есть? Есть. Я свидетель. Но? Я видел. Я все видел. Вот этот виноват. А хорошо видел? Я? Я это видел так же хорошо, как сейчас вижу вас, очаровательная моя девочка. Продается лучшее средство от перхоти — парик. Хорошо гармонирует с белой иномаркой. Алло. Да, солнце, это я. Ой, не знаю. Ну, я просто остановилась в центре подышать немножко. Ты знаешь, вот эти перелеты, ну как, здесь минус 26, там плюс 33-34. Я неплохо отдохнула, конечно, но со всеми вытекающими. Да. Здравствуйте, прекрасная незнакомка. Хорошо. Да, Наташа, мы созвонимся. Я прошу прощения. Я, в общем, никогда вот с такими просьбами к женщинам еще не обращался. Но вы такая какая-то, знаете, необыкновенная, такая чудесная, какая-то не сегодняшняя, тургеневская какая-то. И если вам не трудно, вы бы мне не могли оставить свой телефончик? Инженер? Да. Продается Аэрофлот. Российский. Вниманию пассажиров, вылетающих в Нью-Йорк. Ваш рейс задерживается до 20:00 в связи с неприбытием самолета из Вышнего Волочка. Повторяю. Вниманию пассажиров, вылетающих в Нью-Йорк. Ваш рейс задерживается до 20:00 в связи с неприбытием самолета из Вышнего Волочка. Не помешаю? Да нет, что. Мужик, не обижайся. Угощайся. Не-не. Чего? Не-не-не, спасибо. Не надо. Не надо. Извини. Чего? Ты где работаешь-то? Здесь. В аэропорту. Да? Угу. И что ты делаешь? Туалеты. Чищу. А. Я понял. Ёлки-палки, такой здоровый мужик. Что ты себе работу не можешь нормальную найти? Бросил бы это все. Пошел бы на нормальные деньги. Что? Да чтобы я авиацию бросил. Реклама. Здорово! Здорово! Дай накурить мне, дай мне закурить. Ну сколько раз тебе говорить, что я не курю, ну не курю я. Не, подожди, мужик, я тебя вчера предупреждал, что если ты мало не начнешь курить, я тебе оставшиеся зубы выбью. Предупреждал? Ну, предупреждал.
Ну что мы будем делать? Будет курить? Ну хорошо. На. На. Так. Списки у тебя хоть есть? Списки есть. Прикуриваем давай. А что это такое? Что это такое? Спички. Тротил с карбидом и динамитом защитит ваши зубы с утра и до вечера. А это жизнь замечательных людей. Продается элитная туристическая путевка в экзотическую страну. Однажды в Монголию по путевке Императорского географического общества прискакал великий путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Здорово! Я Пржевальский. Жексалтынгирда? Монголы! Пржевальский. Жексалтынгирда? Монголы! После знакомства с местным гидом Николай Михайлович пошел отобедать, чем монгольский бог послал. Это еще что такое? Герда! А ну-ка, отойди, негодяй, от лошади! Отойди от лошади, негодяй! И запомни, сволочь, моя лошадь! Моя лошадь! Моя лошадь! Моя лошадь, ты понял? Моя лошадь! И своим скажи, что это лошадь моя! Сейчас скажи! Жексетл, герда! Жексетл! Эта лошадь трогать нельзя! Это лошадь Пржевальского! С тех пор все монголы знают, что бывают просто лошади, а бывают лошади Пржевальского. Продается рукопись Алексея Пешкова. Содержание их максимально горькое. Ну, господин цензор, ну что ж, ну... Ну, роман-то прочли уже? Да роман-то хорош, Алексей Максимович. Ну, так... Хороша вещь, хороша. Остра. Нужна. Что меня смущает? Я ведь на бедняк, я... Понял. Ой, Алексей Васильевич, название-то, ну уж островато, островато. А что название-то? Что название, господин цензор? Я спешу-то о русских людях. Я понимаю, мне самому... О русских людях. Вот просто как ножом, вот по сердцу. Ой, как самому не хочется. Я так думаю, Алексей Максимович, что в названец-то мы оставим только последнее слово. Продается тазик. Стартовая цена – один веник. Великий американский изобретатель Самуэль Морзе любил ходить в баню. И свою знаменитую азбуку Морзе он придумал именно в бане, потому что Самуэль Морзе отличался редкой наблюдательностью. Такая азбука у него и получилась. Два коротких, один длинный, два длинных, три коротких. Продается рама и две хари. Кришны. Помазок! Отвлечемся от... Лев Николаевич, дорогой мой граф! Батенька, повернитесь ко мне. Пристаньте. Головочку наклоните. Хорошо, чуть опустите. Прекрасно. Отвлечемся от старого мира. Отряхнем его в грах с гладких плеч. Прекрасно. Подарок товарища Зорингена из Германии. Пойдем. Прекрасно. Вот так. Чуть ниже. Прекрасно. Что-то вы запотели. Художник Помазок. Ленин бреется, глядя в зеркало русской революции.
ваш салфет. Спасибо, деточка. Спасибо. Ну. Подожди, это мой салат. Ну мой салат. Ну сейчас тебе принесу. Ну это же не твоя тарелка. Ну не твоя тарелка же, ну елки-палки. Художник Оливье не в своей тарелке. Реклама. Я, товарищи, работаю генеральным секретарем партии. И работа отнимает у меня много сил. Но когда в стране нужно навести железный порядок, я всегда достаю Сникерс. Алло, станем слушать. А что мешает нам навести порядок в комиссариате внутренних дел? Ах, вот как. Тогда вызовите ко мне товарища Ежова. Спасибо. Товарищ Сталин, вызывали. А, это вы, товарищ Ежов. Садитесь, садитесь. Вот нам господин Рузвельт шоколадку прислал. Попробуйте, пожалуйста. Спасибо, товарищ Сталин. А, Сникерс. Съел и порядок. Для вас, репортеры программы «200» продается. Галстук, петля на шею. Добрый вечер. В эфире программа «200». Наконец-то подведены итоги приватизации. Из 160 миллионов правильно не угадал никто. Как сообщает наш парламентский корреспондент, многие депутаты стали уклоняться от выполнения супружеских обязанностей, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность. Посмотрите репортаж дня из Думы. Говори, давай, говори. Что? Да, и все-таки, все-таки, говори. Владимир Владимирович, вот как вы относитесь к фракции «Яблоко»? Фракции «Яблоко» не доверяю. Понятно? Не доверяю. Не доверяю. Не доверяю. Ну, хорошо. Хорошо. А вот, скажем, коммунистам? Коммунистам доверяю однозначно. Доверяю. Коммунистам доверяю. Доверяю. А вот ваше отношение к фракции «Женщин России»? Я вообще «Женщинам России» доверяю. Но проверяюсь. Понял шутку? Что он, свободен, как Африка. А это сообщение порадует всех, кто любит искусство Бориса Моисеева. У Бориса родилась дочка, и назвали ее Вася. И в заключение маленький совет мужчинам. Галстук надо завязывать так, чтобы не было мучительно больно. Бом! Музыкальная пауза.
для тех, кто болен триллером. Продаются ужасы нашего городка. Больно. Где ты живешь? Я же сказал, Чайковского, 17, квартира 3. Говори адрес. Адрес говори, где ты живешь. Чайковского, 17, квартира 3. Вот гад, а? Больно. Не то ты гадко. В чем дело? Больно. Понимаете, какое дело? Мы его спрашиваем. Адрес, где живет? Он говорит, Чайковского, 17. Какая квартира? 3. Да, квартира 3. Мы приезжаем на Чайковского, 17, квартира 3. А там говорят, что он там не живет. Больно. Ну что ж, продолжайте дознание. Не надо, я правду скажу. Говори. Чайковского, 18, квартира 3. Ё-моё. Веня, все равно с тебя бутылка. За что? Нифига себе, за что? 3 раза менты приезжали, спрашивали, ты здесь живешь или нет? Я ж твой друг. Я, естественно, сказал, что не здесь. Согласно нашей Конституции, граждане России имеют право на труд. И право на отдых. Спонсор программы «Городок» – компания «Браво». Продается буксировочный трос для угона милицейских автомобилей. Это очень хороший, очень надежный, очень прочный, очень крепкий трос. И вот если его подцепить к искренне пришедшему на выручку автомобилю, а потом на несколько минут отлучиться якобы для того, чтобы позвонить, то вот что из всего этого получится. Поедет. Не понял. Это моя машина. А это моя машина. Ничего себе. Ну что, попался, голубчик, что ли? У нас 2 машины увели уже. ПМГ. Да чего вы ерундой-то занимаетесь, попался, голубчик? Алло. Товарищ капитан. Сейчас он прибежит. Здесь очень интересный случай. Я выхожу с объекта, а тут подцепляют мою машину. Скажите, пожалуйста. Ну, что говорить, у меня зять милиции, у меня муж жены в управлении пожарной охраны. Зачем мне ваша машина? А вы в камере бывали? В какой камере? Ну, хотя бы. Ну, командир, ну не нужна мне твоя машина. Зачем мне твоя машина? Хотя бы в скрытой камере бывали? Какой скрытой? Вот сейчас мы находимся с вами в скрытой камере. Да, ну ерундой не занимайтесь. Какой? Вон, посмотрите. Не понял. Объясни ситуацию. Что такое? Я должен объяснить. А в чем дело? Почему это? Ты что, хотел машину, что ли? Да. Это моя машина. Причем здесь какой-то водитель. Документы быстро. Я хотел... Документы быстренько. Меня остановил с палкой. А происходит то, что сейчас хотели машину у меня.
Товарищ сержант, часов меня остановил. Там, с палкой пошел в этот подъезд. Что за мужчина? Вы не кричите, дайте мне сообразить. Так, давай, соображай. Мне ваша машина не нужна. Он вышел с палкой. Стартер. С какой палкой? С милицейской. Так. Он вышел, остановил меня и говорит, не заводится машина. И все, вот вся ситуация, честное слово. Ну, давайте так сделаем, что я вам поверю. Отцепляйте быстро. Дружок! Только иди сюда. У меня такое ощущение, что ты что, мою машину хотел увезти, что ли? Документы ваши, пожалуйста. Пожалуйста. Какой инспектор? Ну, в полицейской форме, господи. Спортсмен не работает. В милицейской форме? Да. Он был в милицейской форме? Да. Интересно. Человек просит, так. Палку останавливает, палку, помогите завести машину. Давно в камере не был. Вы что, командир, мне тут шеф мой ждет. Я спрашиваю еще раз, вы давно в камере не были? Ну, вообще не был там. В жизни не был в камере. Я спрашиваю в третий раз, в скрытой камере вы давно были? Я в жизни не был в камере. И в скрытой тоже? Вообще в жизни не был. Вот теперь вы в скрытой камере. Держите документы. Не продается вдохновение, но можно городок продать. Ас Пушкин. Продано. Городок. Все на продажу. Итак, указанная цена за программу «Городок». Раз. Не надо, не продавайте. Не продавайте. Указанная. Не продавайте городок! Продано! Юрик! Юрик! Это ты? Да, да, да. Ёлки-палки! Слушай, тебя чего, с аукциона вышвырнули? Да ну, фигня. Чернок как раз... Домой собирался.